Всем привет! Пока не наступили сильные холода, самая подходящая обувь для мужчин – туфли. Это фундамент внешнего вида. Пара хороших туфель значительно улучшает ваш стиль, но в любом случае важно, чтобы комфорт и функциональность оставались в приоритете при покупке новой пары. Самые выгодные предложения в программе путеводителя по онлайн-скидкам «Шоппинг-навигатор». Поехали! Туфли, которые плохо сидят на ноге, могут стать проблемой и вызвать боль. Не имеет значения, как круто выглядят ваши туфли, главное – размер. Самый простой способ определиться – примерить туфли в магазине. При этом всегда ходите по ковру, примеряя туфли на кожаной подошве. Примеряйте обувь после обеда или вечером, когда нога немного отекает. Выбирайте размер по той ноге, которая больше. На сайте La Moda мужские туфли на шнурках Ralph Ringer коричневого цвета сейчас можно приобрести со скидкой в 30% за 5040 рублей. Их прежняя цена – 7200. Изготовлены из натуральной кожи как внутри, так и снаружи. Подошва термоэластопласт. На сайте Marks & Spencer туфли Броги на шнурках предлагают за 4999 рублей. Туфли черные, лаковые, в наличии весь размерный ряд. На сайте Сбермаркет мужские туфли Airbox на шнурках сейчас можно приобрести со скидкой в 35% за 3498 рублей. В наличии все размеры, начиная с 42-го. Туфли с перфорацией, изготовлены из натуральной кожи. На сайте Экко черные мужские туфли сейчас продают за 5990 рублей. Скидки в 5% при покупке онлайн. Плюс 899 баллов на бонусную карту. В наличии все размеры. Изготовлены из натуральной кожи как внутри, так и снаружи. На сайте Soho Shop мужские полуботинки Clarks черного цвета на шнуровке можно приобрести за 2990 рублей. Обувь изготовлена из синтетического материала с текстильной подкладкой. Прежде всего нужно определиться с тем, туфли какой модели вам нужны. Туфли типа Oxford отличаются закрытой шнуровкой или боковинами, пришитыми под передком. Оксфорды с кожаной подошвой выглядят наиболее солидно и официально. Верх может быть сшит как из гладкой кожи, так и из зернистой, полированной и лакированной, а также из замши. Дерби – туфли с открытой шнуровкой, боковины у них пришиты поверх передка. Они, пожалуй, наиболее распространены в России. Подобно Оксфордам могут выпускаться как с кожаной, так и с полиуретановой, то есть с резиновой подошвой. Цвета – черный, коричневый, бордовый. С перфорацией или без. Самые официальные дерби – черные, без перфорации и с кожаной подошвой. Монки – это туфли с пряжками, шнуровки на них нет. Эта обувь не очень официальная, но для офиса. Подошва может быть как кожаной, так и полиуретановой, без шнурков. Броги – это декорированные туфли, и Оксфорды, и Дерби, и даже Монки могут быть брогами. Отличительной особенностью туфель этого типа является узорчатая перфорация, которая может занимать как часть ботинка, так и чуть ли не всю его площадь. Лоферы – обувь неофициальная, она еще более практична, застежек нет вообще. Для офиса и деловых встреч лучше всего подходят лоферы из темной гладкой кожи, в идеале на кожаной подошве. Это был «Шоппинг-навигатор», ваш гид в сфере онлайн-покупок. Экономьте деньги с нами. Отличные скидки.